Пока в Сочи Олимпиада, в Ивановской области обсуждают госпрограмму развития физической культуры, спорта и туризма. По сути, доклад начальника профильного департамента Николая Зотова никакой принципиально новой информации не сообщил. Разве что показатели немного разнятся из года в год. А суть та же. Спортивные объекты строят и некоторые уже достроили. Например, стадион «Волжанин» в Кинешме. Главная туристическая гордость – Плёс. С его популярной и не самой дешевой Милой горой. Губернатор Павел Коньков призвал в следующий раз Волжской жемчужине уделять внимание чуть меньше. Это достижение, которое дали с большим трудом и большими затратами. И не обязательно рассказывать об этом из года в год. Акцент он рекомендовал сделать на спортивном и туристическом долгострое. О строительстве базы для тренировок и отдыха российских спортсменов в Заволжском районе говорят уже с 2009 года. Деньги в бюджете заложены, однако продвигается дело со скрипом. На сегодняшний день средства запланированы по программе спорта на строительство, значит, однако проект он не вошел в федеральную целевую программу по развитию спорта в связи с тем, что там помимо объектов спортивной инфраструктуры этим проектом предусматривалось также строительство жилых корпусов для спортсменов. И в этой связи они считают, министерство считает недопустимым это, и поэтому они предложили данный проект откорректировать. Если говорить о вхождении в программу по туризму, по обеспечивающей инфраструктуре, то мы сейчас планируем работу с инвестором в данной сфере активизировать, как бы, и отдельно доложим.